Были ли у вас случаи, которые запомнились больше всего? Это был пациент с диагнозом рака желудка начальной стадии, которому была проведена операция. В ходе последующего наблюдения у него дважды диагностировали ранний рак желудка уже в других отделах. И все три раза проводилась эндоскопическая операция. Несмотря на это, желудок у него прекрасно сохранился, и сейчас его жизнь ничем не отличается от жизни обычного человека. Не могли бы вы показать, как проводится эндоскопическое лечение? На мониторе справа вы видите снимок рака желудка начальной стадии. Диагноз был поставлен посредством биопсии. При помощи эндоскопа выполняется удаление только пораженной области желудка, при этом другие его части остаются нетронутыми. Операция называется эндоскопическая диссекция подслизистого слоя. Таким образом, раковая опухоль была полностью удалена. Вот так выглядит рак желудка на ранней стадии. По международным стандартам, эндоскопическое лечение раннего рака желудка проводится, если размер опухоли менее 2 см. Однако, с учетом накопленного опыта в последнее время, эндоскопическое лечение рака желудка на ранних стадиях проводится даже в таких случаях, когда опухоль достигает размера от 4 до 5 см.